6 февраля в Москве состоялся самый долгожданный баттл этого года. Сражались Гуф и Птаха. И хотя до выхода официальной версии еще не меньше недели, интернет уже кипит обсуждениями. Напомним, что за участие в баттле Гуф запросил 2 миллиона рублей, а Птаха вдвое меньше. Ресторатор, организатор Версуса, деньги нашел, но был уверен, что оно того не стоит. Правда, это мы узнаем уже по количеству просмотров. По слухам, победу в баттле одержал Гуф, но пока так и непонятно, с каким счетом. По одним данным 2-1, по другим 3-0. Позже Птаха обвинил Гуфа в том, что тот использовал запрещенные приемы, о которых якобы они договаривались заранее. Не использовать грязные панчи в адрес близких. Но победителей, как говорится, не судят.